Главная идея картины «Кокбуру» была, мне кажется, передать, оставить наследство в истории кыргызского кино, научить молодое поколение этому сильному спорту. У меня была сильная роль, мой герой был, может быть, местами жестокий, но он был справедливый. Я немного обошел эту систему, я напрямую вышел на режиссера, на продюсера этого фильма, на Руслана Куна и на Нурбека Айбашева. Я познакомился с ними. Да, я попросил сняться в этом фильме, пусть даже не в главной роли, но хотел бы сделать очень большой вклад в эту картину. Я сказал, что у меня есть свой спортивный жеребец. Да, мы непосредственно работали с режиссером Русланом Акуном в раскадровке трюков, готовили все эти сцены, полностью прорабатывали, как будет она сниматься, как будет выглядеть. Лошади, может быть, характер где-то проявит, она где-то не захочет делать трюк, это тоже бывает, форс-мажорные обстоятельства. Но мы пытаемся подстраиваться под ситуацию и кое-где можем заменить один трюк на другой. Ну, при этом не теряя экшена. Уремне силерге кино. Ана, мурдуңарды сүртүп, аттанга жеңишке. Рискованный момент был, когда я должен был на полной скорости врезаться в ногу Максата, главного актера этого фильма, своего соперника. Сложность заключалась в том, что я должен был рассчитать так, чтобы на самом деле действительно не сломать его ногу. Непосредственно перед трюком мы всегда стараемся сделать его один или два дубля. Бывали моменты, когда мы спасали операторов, когда проходит большая куча лошадей. Оператора не видно, что происходит. Ну, он смотрит в камеру, и нужно было страховать операторов, режиссерскую группу.